Министр по должности, врач по призванию. Даже свой профессиональный праздник Евгений Филиппов проводит со скальпелем в руках. Результат сложной операции – рождение мальчика весом 4 килограмма 150 граммов и ростом 56 сантиметров. Жительница Сочи, в свою очередь, даже не догадывалась, кто будет ее оперировать. Мы только можем одно – поздравить с рождением сына. Все нормально, все хорошо, операция закончилась. Молодец, умничка. Мы тоже ничего. Для Евгения Федоровича это был еще интересный практический случай. Крупный плод и ножное предлежание. Очевидные показания для кесарева сечения. К слову, на счету врача уже более 10 тысяч принятых родов. А богатыря еще до рождения нареченного Сергеем тут же познакомили с мамой. В целом в Сочи сегодня используются все технологии и самые современные методики для благополучного рождения малышей. В доказательство этого – отделение реанимации новорожденных. Здесь, как и в остальных перинатальных центрах края, выхаживают детей от 500 граммов. Сейчас здесь находится ребенок, родившийся 3 дня назад, весом всего 700 граммов. Бережное внимание медиков, круглосуточный труд – все для того, чтобы малыш размером с ладошку смог расти, развиваться и радоваться жизни. Рождаемость в крае продолжает расти, и сегодня мы стараемся все сделать для того, чтобы наши детки были здоровы. И сегодня есть все возможности для выхаживания таких детей, если они родились с патологией или родились с экстремально низкой массой тела. Вы видели, что сегодня даже ребенок 700-граммовый, третьи сутки. Мы для него сделали все возможное для того, чтобы он был здоровым и перспективы у него благоприятные. Сразу после операции был проведен консилиум по другой пациентке с не менее сложным диагнозом. Будущая мама – сама врач по профессии. Было принято решение о проведении экстренного родоразрешения. На свет появился еще один малыш. Так в день медицинского работника оперируют, спасают жизни и рожают сами. Рената Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.